В общем, назрела тут темка со старым эндезитом, что ее включаешь, и у нее там через какое-то время, там буквально через полминуты, начинает крутиться команда аппарат по кругу. Ну и тут моргает лампочка какая-то, сигнализируя о том, что какая-то ошибка происходит. Давайте разбираться, что там с ней не так. Сразу говорю, что машинка, поскольку старая, будем комплексно подходить к этой проблеме. То есть будем изучать все беды разом. А здесь еще и манжет придется менять. Так что давайте посмотрим. Ну, как-то очень странно висит насос. Но суть не в этом. Щеточки вроде приличные выглядят. Их бы по-хорошему надо посмотреть. В любом случае. Но у нас сейчас немножко другая ситуация. Если видите, якоря имеет нормальный такой блеск. Ну, как бы видно, что он так рабочий. Рабочий якоря. Не подгорелые. Едем дальше, значит. Ну, тут визуально вроде как все целое. Смотрите, ситуация такая. Мы сейчас проверим тен на пробой. А для того, чтобы проверить тен на пробой, надо отсоединиться от всего. Все клеммы. Ну, термодатчик можно оставить. Он нам не помешает. Но клеммы заземления, клеммы фазы и нуля надо отсоединять. Теперь проверяем прямое сопротивление, сопротивление самого тена. Оно есть. И проверяем между корпусом, вот этим вот, и одним из контактов. Все, здесь все нормально. А так у нас... А большое сопротивление, да, пожалуйста. Все он видит. Соответственно, что мы делаем? Мы слазим, наверное, в плату. Скорее всего, собака зарылась там. А плата у нас находится вот здесь. Вот она. Вот этот саморезик надо выкрутить. Это тоже, и заглушечку это надо тоже будет вытащить, потому что она не даст плате освободиться. Так вот ее достанем. Плата старого образца, и характерно тут две вещи, что вот это и вот это колодка не совпадает, их часто путают, выжигая плату, поэтому помечайте маркером, где какая плата находится. Даже если вы в себе уверены, лучше это сделать, чтобы потом вдруг не окарать с этим. Ну, пометить можно вот так вот маркером. Черточка 1, черточка 2, черточки 3, черточки. Как-то так. Сейчас доберемся до платы, посмотрим, что на ней. Делаем визуальный осмотр платы. Она должна быть чистенькой. Вот эти вот места потемнения, это у нас пыль со щеток. Ее надо будет убрать. Ну, вот такая вот интересная штуковина. Сейчас в обязательном порядке будем смотреть обратную сторону. Здесь вот тоже пыль со щеток. Да? Да. Здесь он как тоже, вот смотрите, пыль. Вот это все надо убрать будет.
Вот, и я уже вижу косички. Вот. Я уже вижу косички на платье. А если кому интересно, вот не пропай, вот не пропай. Дальше что у нас? Так, блок питания надо будет еще обязательно посмотреть. Пропаянный или нет. Ну, вроде пропаянный. Сейчас. Ну, он видно, что вот здесь вот луночка. Вон ее видно. Ну и тут тоже что-то есть. И все это с релешками связано. Вот, смотрите. Яркий прям. Видно, что это у нас прям на мотор приходит. Это прям ярко видно, что вот он прогорел. Вот видите, ореол возле пайки, вот он. Так, где у нас тут еще-то? Вот ореол возле пайки, вот прям по центру экрана. Вот он. Этот тоже плохо себя чувствует. Сейчас пыль смахнем, еще раз посмотрим. Ну, теперь лучше видно, вот. Пожалуйста. Почти всю пайку надо пропаивать повторно. То есть берем паяльник, берем припой и пропаиваем все участки. Вот она, луночка не пропаянная. Деталька в ней, скорее всего, шатается. Попробую сейчас показать. Видите? То есть эти три нормальные, а это прям не очень. Ну, остальное вроде как хорошо. Вот эта вот пайка, вот это блока питания паечка. Вот. Вот это у нас вторичная. Ну, вроде как здесь все в порядке. Ну, тут все у нас исключительно все проблемы с управлением. Вот, пожалуйста, луночка, вот прям посередине экрана. Вот этот, вот этот. То он прям сильно косячит. Ну, как-то так. И практически у каждой первой платы вот ровно вот такие же вот места. Берем паяльник и пропаиваем с канифолькой, тщательно с припоем, с припоечком, с канифолькой, или любым другим флюсом. Все это дело надо паять. Вот что-то вот ремонтом я занимаюсь уже с незапамятных времен, но всегда меня беспокоила одна такая вещь. Надо, если что-то откуда-то с труднодоступных мест оставить, соответственно, не было. Я какими только подручными средствами не колупался. Ну, в общем, в итоге время настало. Блять, 15 лет спустя я купил себе кривогубцы или астрокривогубцы, как они, сука, называются-то. Длинногубцы, изогнутые, шлифованные от Матрикса. Старее время пришло. Теперь у меня эта херня есть. Не знаю, правда, надолго. Я так же легко могу где-нибудь просрать. Ну, как-то так. А что мы с ней будем делать? Будет ролик на эту тему. Ладно, продолжаем диалоги. Зубы. У нас еще манжеты порваны.
Так и быть, полный цикл сделаем. Тебе как продача, сука, все что так будет. Сверху. И тут что-то неожиданно что-то другое. Ну да ладно. Ну тут еще и дырдовка. О, какая дырдовка. Красота, блин. Ты чё? А тут-то хомут такой. А, как-то резнить-то. А, тут хомут обычный. На балке. За гайкой. А его не видно отсюда будет. Есть такая мера. Вот такая вот штуковина тут. Ну, сейчас будем выкручивать. Что-то вся изломанная.
никогда не узнает. Ну, как бы никто и не планировал тут ничего делать особо, как я понял. Сейчас я вот это, блядь, весь вот этот движ, он исключительно... Ну, вроде как похож на оригинальный. Вроде как. Словами классиков это не точно. Ну, хотя да, держал. Так, ставим старую новую манжету, которая исправная. И на этом, наверное. Ну, отдаем ее человеку. Хотя, по-моему, обзора на нее нету. Ну, может даже обзор сниму. Вы же любите старое страшное дерьмо.